уважаемые дамы, нам предстоит большой и обстоятельный разговор по поводу женского здоровья, женского состояния, женской красоты, женской молодости, потому что нам, ну вот как-то нужно в этом во всем разобраться. Пока молодость есть, красота и здоровье, на эти вещи никто не обращает внимания. Но каждая женщина переступает через свой 40-летний рубеж, 50-летний рубеж, 60-летний, 70-летний, и каждый раз начинаются какие-то новые вопросы. Поэтому наша с вами задача разобраться, что происходит с женщиной на каждом этапе ее развития. Потому что в 20 лет это проблемы эрозия шейки матки, воспалительные заболевания женской половой системы, вопросы по поводу, как забеременеть и выносить здорового ребенка. А в возрасте 50-60 лет это вопросы климактерия. Очень важно в этом разобраться, потому что ничто так не изнашивает организм женщины, как снижение уровня женских половых гормонов. И мы с вами можем идти двумя путями. Первый путь – ничего не делать. Не делать ничего, и тогда, ну, просто возраст придет, тихонечко становиться бабушкой.